Привет всем, друзья! Сегодня мы отправляемся в небольшое путешествие по нашему штату. Мы хотим проехать на север Кералы, хотим в город Кочин. По дороге хотим заехать в индийскую Венецию, в город Алапуза. Конечно, передают дожди, не знаю, что у нас получится, но мы все-таки рискнем, так что поехали с нами. Здесь Шантигири Ашрам, здесь вот, видите, храм Лотоса, и у нас есть видео на канале, там, где мы были внутри, так что заходите, смотрите, а мы едем дальше. Кажется, дождь собирается. Да, капли вот видно. Ну ничего, это к горам ближе, а может туда, в город будет нормально. Так мы вышли перекусить по дороге. Здесь посмотрите, какой прикольный дядька с языком длинным. Захотелось мне его снять. Это реклама на Janet News. А, на новости, видите, длинный языкатый дядька. Здесь что-то на огне вон готовит, смотри. Здесь прям домики отдельные. Family room, семейный домик. Ну, вот здесь вот можно так себе покушать. Сейчас что, время? Уже не время обеда, но людей много вообще. Спокойно, банановых листочков будут нам кушать давать. Прикольно. Посмотрите, прям свободных мест нет. А там гора прям видно, стена. Ну, мы еще здесь не были. Но Джикешк был, говорит, что вкусно. Сейчас мы будем пробовать. Ирина, зачем ты маску надел? Уже можно без масок. Он привык, в школе у них еще в масках надо. А так уже вообще мало кто носит. Чая. Нет, я не хочу чай. Ренде чай. Джин, ты тоже чай, да? Ренде это два. А я чай не хочу. Оказывается, здесь карри есть только из домашней курицы, из бройлеров нету. Так что я буду сейчас из домашней курицы кушать карри. Сейчас мы будем кушать. Это апам. Это идиапам, сырой лук, это не знаю, что попробуем, что это? Это что, гриль, карри, подливка. Карри, понятно. Это жареная курица и баран? Баран. Баран карри. Как, вкусненько? Да? Читаю. Лавку видно. Мы там были, тоже видео есть. Мы проехали 180 километров. Выехали мы 3? 2.
2:30 мы выехали. Вот такие вот у нас пробки на дорогах. Дождь был. В общем, весело. И нам еще осталось... Нам еще осталось ехать... 179 километров осталось? Нет, осталось. 179 километров проехали. 179 проехали. Еще осталось километров 60. Ну вот, так что потихоньку едем вот так. Гостиницу уже 11 вечера, мы устали просто невероятно, поэтому я вам пока показываю номер. Это хомстей, показываю номер, пока мы тут не насвинячили, пока тут все красиво. Номер поснимаю, вот пока кровать, все. А саму гостиницу, вот этот дом, я покажу завтра. Такой старинный дом, красивый, все чистое, даже постельное белье чистое, что, вы знаете, для Индии редкость. Вот здесь есть кровать большая, еще маленькая для Дживина есть отдельно. И еще там есть балкончик. Посмотрите, какой старинный дом. Из дерева много чего сделано. Кондиционер. На балкончик пошли. Ну, мы еще завтра покажем. Вот такой балкончик. Завтра будет красиво. Да, вид с окна, конечно, здесь не очень, но зато это туристическое место, это Форт Кочин, и здесь есть что посмотреть завтра, ну, если дождя не будет. Если будет, все равно пойдем. Фишинг нет, есть много, здесь снимать ужасно много есть. О, здесь, я говорю, очень много здесь всего снимать, конечно. Так что ждите наши выпуски, а мы сейчас бай-бай. Ты чего в одежде на кровать улегся? Вон твоя кровать. Все, переодеваемся. И увидимся очень скоро. Дивин, в одежде нельзя. Я не буду спать. А вы не будете. Зеркало Джикеш не снимал, да? И батрум. Зеркало снимай, снимаю. Вот тут уже кто-то раскладывается бегом. Покажу вам ванную. Ну, в принципе, все культурненько тогда. Полотенчики есть. Все есть.